Здравствуйте, я Федюн Федор, со мной Ромащенко Константин, игрок команды «Космос». «Космос» во втором туре одолел со счетом 3-2 команду «Иглс». Константин, как вам сегодняшняя игра вашей команды? В первом матче было поражение, сегодня трудовая победа. Подошли с умом к игре, знали, что будет делать соперник, играли в свою игру, в принципе, забили гол, потом гол в контратаке, то, на что и планировали. Третий гол тоже забили в контратаке, играли строго. Там голевая передача вратаря просто. Это одна из наших наигровок, наигрываем, тренируем. Поэтому, в принципе, все делали по делу, в концовочке немножечко. Эмоции зашкалили у обоих команд. К сожалению, ребята ими лучше воспользовались, чем мы. Хорошо, но вот вы сказали, что знали, как соперник будет играть. Я в прошлом интервью у Шевбладзе Леонида спрашивал, и у вас спрошу, отсматривали матчи «Иглс», готовились? Конечно, да, у нас серьезный аналитический штаб из двух человек. Каждый матч студируют, поэтому лига серьезная, стараемся подходить с умом. Хорошо, и тогда последний вопрос. Во втором тайме, вроде казалось, с третьим забитым мячом, что уверенно доведете до победы, но потом под конец два мяча пропустили. Что пошло не так? Где-то чуть-чуть расслабились. Первый гол вследствие расслабленности, а второй гол вследствие эмоций, которых, к сожалению, я же говорю, наша команда чуть перевзбодрилась и не в то русло направила энергию. Хорошо, спасибо, удачи.